Всем привет, ребят. Ну что, сделаю вам обзорчик. И судя по тому, я увидел, как подземки проходит этот герой, решил записать седьмую кошмарку, посмотреть, до какой мы сможем пройти соло этим героем. То есть там не 6 героев, у нас будет только магия и этот герой. Вот такая вот у нас сборочка. На урон собранный герой. Поехали. Начинаем. 7-1. Отличное начало. Так. Начало огонь. Все, короче, герой не тащит. Шучу. Кто смотрел обзор, те увидели, что герой просто бешеный. Делаем вот так вот. Даже можно сразу вот тут вот начинать. Нам главное набрать там 50%, да? Все, 50% есть. 7-1 пройдено. Никто, я никогда не думал, что я буду так одним героем бегать и тупо трешивать. Поехали дальше. 7-2. То же самое. Чем больше его бьют, тем больше якорей будет герой выпускать. Заморозку кидаем. Конечно же, вопрос будет по подземкам с обратками, но я думаю, это... Ну, давай. 48, 52%. 7-2 пройдено. Где взять героев для прохождения? У многих был вопрос. Думаю, вот вам ответ от IGG. И в этом плане... Супер, не знаю, мне герой все больше и больше нравится, не знаю, как вам, да, вы там начнете, вот он у тебя прокачанный, ну, вам тоже ничего не мешает когда-то такого героя прокачать с донатом, там, без доната, так. Тут у нас, конечно, очень много тотемов, тут много вопросов будет по этой подземке, но я надеюсь, мы сможем. Тут малышеники есть, хранители, да, видите, тут посложнее будет. Там, где малышеники, но она просто физически не сможет успеть их затащить, к сожалению. Ну, попробуем пару раз и пойдем дальше, посмотрим все-таки, насколько этого героя хватит. Может, как вариант, попробовать выживание закинуть. Посмотрим. 39, ну красавица, давай, 39%, блин, круто, 39, ребят, это реально круто. Так, малышник ударил, я пока попробую так, душик ударил. Кидаем молчанку. Я говорю молчанку. Так, блин, Ронин. Ну, 41. Ну, 48. 51, ребят, это просто нечто. Это не герой, это какой-то убийца, реально. Они там, кстати, от нее Ронины убиваются. 63%, 7-3 пройдено. Я в шоке. Я просто в шоке. Ну, с вас, ребят, лайки. Так, и напоминаю, конкурсы, ребят, конкурсы идут, участвуют все видео, что надо сделать. Подписка, лайк, репост и ссылочка в комментарии, чтобы с вами связаться, и я мог проверить. Так, 7-3 пройдено, 7-4. Такс. В принципе, тут без разницы, с какой стороны мы будем начинать. Тут подземочка. Это просто изи, ребят. 80%. 80%. 7-4 одним героем. Офигеть. Поехали, 7-5. Как вам такое? Не ждали, да? Я
тоже, честно говоря, не ожидал. Так, это что-то у нас как-то быстро укокошили. Семь четыре просто, блин, за пару минут шли до нее. Так, 7-5. Тридцать 4%. 50%. Изи, 7-5. Соло. Ребят, соло одним героем. Без всяких тыковок, без всяких баферов. 7-6. Тут малышаников очень много. Ну, я думаю, это нам будет не помеха. Так, я заговорился, задержался. Сорок восемь, 52, 76 пройдено. Да, я офигею, я просто офигею. Вы говорите, герой фигня. Вот вам то, о чем я говорил, герой подземочный. 76, просто изи. 77. Это здесь выкину. Думаю, тут тоже мы быстро все протащим. А может и нет, если сейчас нас ударят больно. 54%, 7-7 пройдено. Да, я вам скажу, ребят, это кайф. 7-7 пройдено, 7-8. Ну, тут, конечно, может быть, мы будем сейчас долго бегать, а может и нет. Ведь нам пофиг. 37, 39, 46. Блин, чуть-чуть не хватило. Ладно. Далековато. 7-9, 7-10 будет под вопросом. Но вот это то, что мы сделали сейчас, это просто жесть. Так, Ронин, сволочь. Я в шоке от этого героя. Так, вроде успел. Блин, вроде и успел, а не успел. Ронин пакостит. Сейчас попробую просто отсюда закидать сразу же. Так, ну тут А разблокирует. Надо однозначно тут ему убирать отсюда. Ну, чуть-чуть, 49%, 51%, ребят. Я офигею. Вот вы, наверное, там плачете, как вы не можете со своими героями пройти. С минотаврами некоторые не могут, с анубисами. Но это просто, вот вам один герой, которого вам надо иметь для подземок. Так, 7-9. Та-та. Самое основное, что я кидаю его сейчас, ну, как бы хаотично, можно кидать. Не успел. Ну, тут много, тут я не знаю. Тут вряд ли мы дальше дойдем. Потому что очень много целей. Просто не успеет убить все.
плюс малыши Ники. Тут вариантов как бы ну, не особо много, но сейчас попробуем еще разок. Ну вот до 7-9. Огонь. Да, просто так, тут у нас и тотем помешал. Сейчас и малыши Ники будут бить, ну, 20%. Сейчас попробуем где-то с другой стороны еще заходик сделать. В общем, вот как-то так, ребят. Напишите в комментах, хотите ли вы другую прокачку видеть. Я, честно говоря, задумался, есть ли смысл качать другую прокачку, если это просто эпик. Блин, не хочется сразу вот юзать. Ну, можно, думаю, можно будет где-то найти тут лазейку. Ладно, давайте попробуем. Ну, сейчас подойдут герои. Ну, 30%, ребят. Ну, тут большая зона, тут ничего не получится. Однозначно, тут надо еще один герой. Но до 7-9 вы можете без проблем дойти. Там уже как... У вас есть целая армия героев, чтобы попробовать добить. 30% набирает соло один герой, это я вам скажу, это немало. Так, ну пробуем что-то тут. Самое основное, чем больше станущих башен, тем лучше. Конечно, может быть вот такая вот фигня. И тут то же самое, тут не пройдет. В общем, вот так вот, такая вот сборочка. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, ссылочки, конкурсы идут. Всем удачи, всем пока.